У нас внезапно выключили свет ночью. Я подожду, чтобы ее убрать. Начинаются чудеса. Заработала. Самое смешное, что Женя чертит, сидит, я монтирую видео, и в момент отключается свет. Хорошо, что у нас есть бесперебойник, но все равно почему-то... Женя не чертит, Женя дочертил и решил попить чайку, включил. Но у тебя там все открыто. У тебя там все открыто было. Я все сохраняю каждую чуточку много раз. Я почему-то все равно, если даже срабатывает бесперебойник, мне страшно за... Я сразу все выключаю, быстренько сохраняю, мне кажется, что это не очень полезно. Ой. Да, нас наш семейный сисадмин говорил поставить бесперебойник уже не один раз, и не два, и не три он нас выручал. Бесперебойник. Day two. Доброе воскресное утро. Мама Вера варит суп. Суп из семги. И, кстати, первый раз я варю суп из семги и из консервы. То есть я купила консервы горбушу и варю из консервы, потому что, слушайте, ну, нереальные цены на сырую рыбу красную. Просто нереальные. Я не знаю, за 1500 покупать кусок рыбы на суп, я считаю, что это неоправданная совершенно. Так, расскажи мне, почему ты получил этот подарок? Ну, потому что я хочу себя Сити написано. Видите? Сити. Сити написано. Ленсен. Блэмтэн. Блэмтэн. Так, будем открывать, друзья. Давай я выдвину креслице, а ты там пропылесосишь под столом. Молодец, умница. Маме, Вера, повесь, пылесосик, пылесос чистый? Пылесос? Да, а? Нет, коврик. Коврик чистый, да. Тогда можно выключать. Да, выключай. Отлично сработано. Я покажу тебе это видео, когда ты будешь школьником. Так классно будет. Это броник. Броник. Это складывают в такой контейнер. И этот контейнер загружается в самолет. И самолетик кормит кидает. Кроме того, смотри, едут. Это кто вот в твоей коробке едет? Это собаки. Я вот здесь, вверх. Вот тут? Да. Не знаю, где гуска. Посмотри, что торчит спереди. Крокодил. Крокодил, точно, правильно ты говоришь. Абсолютно верно. А тут котики, собачки едут, да? Угу. А мышки. И мышки даже, бурундуки. И даже мышка. Блин! Ты знаешь, надо не слышу появиться. Когда нет воздуха, нет никаких, когда нет воздуха, нам не надо. Понял меня? Папа, кстати. Когда нет воздуха, это у папы робота было, да? Да, кстати, у нас в годе появится, когда нет воздуха. Да,
Отторжение с воздухом? Ага. Отторжение с воздуха, отторжение с воздуха. Бомба-вонючка? Да, бомба-вонючка. Come on.